Достали магнитофон? Нет. Но я нашла того, кто искал тебя. Привет. Слышала, тебя чуть не убили. А я слышал, что тебя чуть не убили. Ты в порядке? Брунский врезал мне по лицу. Оказывается, он был серийным убийцей. Тогда понятно. Ага. Ну а как ты? Ну а нас чуть не сожгли. Но все обошлось? В общем, да. Ты как? Нормально. Ну, я пойду? Тебе не стоит. Мне нужно идти. Ладно. Закрыто. Что? Зачем она закрыла дверь? Эй, Мелисса? Мелисса? Я могу ее выломать. Лучше не надо. Я должен этой больнице и так достаточно денег. Ну и зачем она закрыла дверь? Так, может, она не специально? Двери просто так не запирают. Ну, может, это вышло случайно? Ну, типа, это вышло машинально. Многие же просто что-то делают, абсолютно не задумываясь. Тогда она глупая? Нет, просто иногда даже умные люди делают глупости, потому что они думают, что делают все правильно. И я не считаю, что мы должны злиться до конца ее жизни. Тем более, что она пыталась извиниться сотни раз, оставляя сообщения или через голосовую почту. И она будет продолжать их просить? Скорее всего. Мне не часто приходилось просить прощения. Некоторые вещи я схватываю быстро, а вот другие как? Как математика? Ненавижу математику. А меня? Ты нравишься мне, Стайлз. Очень нравишься. И это уже хорошо.